21-летний армянский гроссмейстер Айк Мартиросян на Кубке ФИДЕ в Сочи обыграл ведущего шахматиста Азербайджана Шахрияра Мамедьярова. Уже на 29-м ходу игравший черными шахматист из Азербайджана сдался. Таким образом, Айк Мартиросян опережает противника со счетом 1-0. Отметим, что в 1/64 Кубка Мартиросян одолел турецкого гроссмейстера Мустафу Йылмаза. Ранее сообщалось, что из числа армянских гроссмейстеров в третий круг турнира прошли Айк Мартиросян и ведущая шахматистка страны Элина Даниилян. Кубок мира по шахматам стартовал в Сочи с 10 июля и продлится до 6 августа. Победители финалист Кубка попадают на турнир претендентов, где поборются за право сыграть в матче за мировую шахматную корону.